Избирательные участки на Украине открылись в 8 часов утра по местному времени и будут работать до 8 часов вечера. В стране начались неочередные выборы в парламент, Верховную Раду. Украинский президент Владимир Зеленский опустил свой бюллетень в урну одним из первых. Голосование проходит по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Половина депутатов избирается по закрытым партийным спискам, а другая – в одномандатных округах. Поэтому избиратели получают два бюллетеня, чтобы проголосовать за список партии и за кандидата по мажоритарному округу. По партийным спискам в выборах принимают участие 22 политические силы, представившие 2746 кандидатов. По мажоритарным округам баллотируется 3085 человек. За голосованием следят более 1700 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств. Граждане Украины за рубежом начали голосовать минувшей ночью. Первыми это сделали украинцы, проживающие в Австралии. Всего в заграничном избирательном округе ЦИК Украины сформировала 102 участковые комиссии в 72 странах мира, но ни одной в России.